собственноручно поймал вора. Автовладелец увидел, что его грабят, и не растерялся. 24-летний парень пытался вынести из машины сумку. Он открыл дверцу через приспущенное на окне стекло и уселся в салон. Выбор злоумышленника пал на вещи, однако сбыться планом грабителя было не суждено. Его заметил и задержал владелец машины. Мужчина удерживал грабителя до прибытия правоохранителей. Инцидент попал на камеру наблюдения. Полиция опубликовала видео. Попытка кражи произошла на улице Студенческой в коммуне Ставчены. Отрицать вину любитель чужого имущества не стал. Просто увидел в машине сумку, внутри ничего не было. Захотел ее забрать. Как только я ее взял, подошел хозяин автомобиля. Мы стали с ним говорить, и в конце концов он вызвал полицию. Подозреваемого задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Выяснилось, что у парня уже есть судимости за кражу, грабеж и мошенничество. Если его признают виновным, ему грозит до 67,5 тысяч леев штрафа или до 4 лет тюрьмы.